Глава американского авиапроизводителя «Боинг» Деннис Мелленберг покинул свой пост на фоне скандала вокруг проблем с самолетами компании. Они стали причиной двух крупных катастроф, которые унесли жизни 346 человек. Речь идет о приземленных сейчас по всему миру лайнерах Boeing 737 Max. Один из них разбился 10 марта уходящего года в Эфиопии, другой – 29 октября прошлого года в Индонезии. В ходе расследования было выявлено, что в обоих случаях имел место сбой в системе управления полетом. А сам Boeing недавно принял решение с начала будущего года временно прекратить их выпуск. Новым гендиректором компании назначен председатель правления Дэвид Кэлхун. Он приступит к выполнению своих обязанностей 13 января. Совет директоров Boeing заявил, что смена руководства была необходимым шагом для восстановления доверия к компании. Его задачей станет безопасное возвращение 737 Макс к полетам.